Ну а начинаем с новости хорошей, думаю, приятной для большинства горожан. Только что стало известно, что Красноярск официально стал первым городом-кандидатом на право проведения Универсиады 2019. Сегодня губернатор Лев Кузнецов и генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта подписали соглашение в Лозанне. Ну, пока Красноярск единственный кандидат, но в федерации рассчитывают, что конкурентов у нас будет как минимум два. Уже среди возможных соперников называют швейцарский Вале и канадский Квебек. Окончательно столица студенческой олимпиады определится в ноябре 2013 года.